Когда писатель Франц Кафка жил в Берлине, каждый день он любил прогуливаться по парку. Однажды во время прогулки там встретил он маленькую девочку, которая горько, неутешно плакала. Она потеряла любимую куклу, и никто не мог ее утешить. Слезы девочки тронули писателя. Чтобы как-то помочь ей, он сказал, что обязательно найдет ей куклу. Предложил встретиться на том же месте на следующий день. Конечно, никакую куклу знаменитый писатель не нашел, где он ее мог найти. Но зато принес написанное им от ее лица, этой куклы, девочке письмо. «Пожалуйста», там было написано, «не огорчайся моему отсутствию. Я уехала в путешествие, чтобы повидать мир. Буду писать тебе обо всех своих приключениях». И следующие несколько недель писатель и маленькая девочка встречались в парке, где он передавал девочке письма, в которых кукла в красках описывала свои дорожные приключения. Девочка слушала и радовалась за свою подружку. А потом писатель тяжело заболел туберкулезом. Ему потребовалось уехать на лечение в санаторий в Вену. Перед этой поездкой, которая стала последней для его жизни, Кафка встретился с девочкой и подарил ей большую красивую куклу. Она была совершенно не похожа на ту, что девочка когда-то потеряла, но к ней прилагалась записка. «Путешествия изменили меня». Такие дела.